По желанию вашему посылаю вам четочки для келейного употребления. Молитесь усердно Господу Богу и хладное сердце свое разогревайте сладчайшим именем Его. По елику Бог наш огонь есть. Оное призывание и нечистые мечтания истребляет, и сердце согревает ко всем заповедям Его. А посему молитвенное призывание сладчайшего имени Его должно быть дыханием души нашей, должно быть чаще биение сердца нашего. 14 февраля 1843 года. Вы жалуетесь, что неспокойны в духе и рассеяны. В таком случае не должно вовсе расслабевать, но дух свой разогревать то чтением духовным, то памятью вечности, то молитвою, хотя краткую, говоря ко Господу: «Рассеянный мой ум собери, Господи, и ожесточенное сердце мое страхом Твоим смири и помилуй мя». Ибо мы без помощи Божией ничего не сильно сделать. Даже и с мухами не сладим, не точусь невидимыми врагами. 3 октября 1836 года. Возлюбленная о Господе старица. Что мрачные мысли нередко беспокоят вас, не смущайтесь. Ибо мрачные мысли, как осенние облака, одни за другими находят и затемняют свет, но они и проходят, и небо остается чисто и приятно. Так и мысли наши побродят по белому свету, и ум усядется на своем месте. Тогда и тихо, и весело бывает на душе. А уму нашему от скитания семо и овамо много способствует краткая, но часто повторяемая молитва Иисусова, к которой даруй вам, Господи, приобрести навык, и тогда ясные дни настанут для вас. Болю сердцем моим и о том, что у вас во едином часе бывает и брак, и погребение, то есть и радость, и печаль, так что в одно время налагаете на себя то и то, и за раз разрушаете все, и после чувствуете досаду и смущение, и хулу, и отчаяние, и негодование на все и на всех, начиная от Нади до Бога. Отчего невозможно и покойную вам быть. Но когда пришло благое желание помолиться Богу и прочитать то и то, помолитесь и прочитайте покойным духом. Не исполнили желание по немощи, спокойным духом скажите: «Помилуй мя, Господи, яко немощно есть». Не исполнили благие желания от ленности и нерадения, опять спокойным духом скажите: «Господи, не вниди в суд с рабой Твоей». Пришли дурные мысли, паки спокойным духом скажите: «Господи, избави меня от сих». Осердились на кого или осудили за что, паки тем же покойным духом обратитесь ко Господу и скажите: «Согреши, Господи, прости меня горделивую и нетерпеливую». Вдруг, как туча, нашли тоска и отчаяние,
паки ко Господу обратитесь и скажите к своей унылой душе: «Вскую прискорбна еси душа моя, и вскую смущаешь имя, уповай на Бога». И таким образом во всех случаях старайтесь сохранять сердце свое в спокойствии от смущения, как от неприязненного духа. Спрашиваете вы меня о кофее, пить ли его или не пить? Но как с ним расстаться, ибо он наш любезный друг? С ним веселее и покойнее бываем, а когда его нет, тогда и в ясный день, как в ненастный, все заболит. Он же кофей, и наветник ваш, и злодей. Он, на замечание мое, здоровье ваше отравляет, ибо вы год от года ощутительно хереете и обессиливаете. Но как для невоздержанного легче умереть, нежели не пить вина, так и нам с вами с кофеем расстаться, с душой расстаться. Ибо страсти отсекать, как члены свои отсекать, невыносимо. Для сего потребны решительной воли, а мы оной ни в чем не имеем. А посему, что ж нам делать? Опять то же, то есть, помолясь Богу, будем без смущения пить кофей.